Лев Рохлин отказался от звания Героя России. Вот по-вашему, можно ли отказаться от такого высокого звания Героя России? И какие доводы должны быть, чтобы отказаться от такого звания? Ну, я не знаю, какие доводы были у Льва Яковлевича. Скорее всего, он не считал героическим войну на территории России. Но вместе с тем он выполнял приказ, он воевал. Он сказал, что не хочет получать звезду Героя России на крови вот этих солдат, матерей, чтобы ни одна мать потом не упрекнула. Ну, у каждого командира свое кладбище, равно как и у врача, да. Поэтому тут, ну, плюс ко всему, героям надо работать потом. Героям надо работать. У героя очень тяжелый труд. Пролонгации его статуса. Все, я сейчас объясню. Герой должен подавать пример людям, работать в фарватере государства. Лев Яковлевич принял свое решение. Я не знаю, на чем он основывался. Ну, достойный генерал. За Чеченскую войну генералу Рохлину, как мы уже говорили, должны были выручить звезду Героя России. Что он сказал, что я не имею морального права получать эту награду за боевые действия на территории своей страны. Я отказался от звезды Героя, чтобы ни одна мать не упрекнула меня в том, что я рвался к должностям по трупам и крови их сыновей. Еще он сказал, за гражданскую войну звезд героев не берут. Генералу Трошеву предложили возглавить Чеченскую республику, на что он отказался, и мотивировал это тем, что он пришел туда с войной, неважно, она была справедливой, эта война, или несправедливой. Вот скажите, как воспитать настоящего генерала, чтобы он был всей душой за свой народ, а не за свое место теплое в генштабе или там на политическом поприще? Ну, я хочу сказать, что наиболее ответственно к этому подходили в советское время. Из того, что я знаю, да? Да, была, так сказать, история Российской империи, и там были свои постулаты. Много сказано в этом вопросе самим Александром Васильевичем Суворовым, другими военачальниками. Но в советское время вот этот дух реального интернационализма, он присутствовал. Я рожденный в Сибири, вырос в Средней Азии, в Узбекистане. И жили мы небогато, если не сказать, что бедно жили. Вот, но никогда не ощущали ни по национальности, ни по одежде, которую мы носили, ни от кого, что мы другие. Что вот вы в Сибири там родились, понаехало вас сюда. Да. Никогда этого не слышал. И поэтому, когда в тебе сидят качества, которые являются эталоном человеческого поведения, как у генерала Трофимова, прошедшего путь от красноармейца с революционными штанами, проехавшего по многим гарнизонам, когда его подчиненные перегораживают стволом танка его проезд, их интересует вопрос, останется он или нет в гарнизоне. Товарищ генерал, 12-й гвардейский танковый полк, уверенный вам дивизии, следует на боевые стрельбы. Командир 1-го батальона гвардии капитан Сергеев. Ну так следуйте. Слушаюсь, товарищ генерал. Только солдатская молва утверждает, будто вас в Москву переводят. Верно это или нет? Освободите дорогу, капитан. Слушаюсь, только вы скажите, товарищ генерал, вы насовсем к нам вернулись или так, за вещами? Да я вас под арест. Да насовсем, Юра, насовсем. Насовсем! Арестовывайте, товарищ генерал! С удовольствием! Что значит с удовольствием? Ба! Придется ему полы драить.
Поэтому еще раз говорю, если человек любит свою профессию и любит подчиненных, в нем обязательно будут вот эти ростки коллектива воинского. Один за всех и все за одного. Сам погибай, товарища вручай. И многие другие, которые открыты предыдущими поколениями, они, конечно, воспитают такого генерала, для которого Родина и его коллектив превыше всего. Настоящий мужик был. Как живешь, Алеша? Как Люба? Егор-то поди уже полковник. Егор погиб. Прости, Алексей. Прости. Не знал. Есть такая профессия, Иван. Защищать свою родину. Всех со святым днем. Я хотел поблагодарить всех братьев и сестер за то, что вы откликнулись на помощь. Вот перегружают ребята. Значит, вот у нас 18, 12 здесь и 40. 18? Да, 12 здесь, да. 12 здесь и в одном месте мы взяли вчера. И 40 взяли в другом. Итого 52 вентилятора мы приобрели. Кроме этого попросили 4 чайника. Чайники тоже уже передали. Поэтому, что я хотел? Хотел поблагодарить всех братьев и сестер за то, что вы откликнулись, за то, что помогли. Вот, за спиной палаточный городок. На дворе 40, вот 40 говорю, 31 градус жары. На таких условиях ребята находятся. Поэтому благодарю всех, кто откликнулся. Спаси Господи, что вы есть. Действительно, в принципе, та формула, о которой говорит Иван Отраковский, народ и армия едины. Сейчас как раз об этом подтверждается, что у нас как будто власть имущих нету. Все приходится закупать самим. Сейчас будем встречаться с начальником госпиталя. Будем уточнять, какая помощь еще нужна.